Привет всем! Вы на канале Valerie Life. Сегодняшнее видео о нашем отдыхе в Доминикане. Конечно, огромное количество плюсов. Отдыхать всегда хорошо, но, к сожалению, есть свои минусы. Так что всем, кому интересно, как же мы провели эту неделю, оставайтесь смотреть. На Доминикану мы прилетели сразу же после урагана Ирма, но хочу оговориться, что ураган прошел мимо, здесь был только сильный дождь и, возможно, вынесла из моря много водорослей, которые к нашему приезду уже были убраны. И также мы улетаем, и на Доминикану надвигается другой ураган под названием Мария. Мы даже получили уведомление о том, что всю неделю будут идти очень сильные дожди. Нам повезло, нам реально повезло. Мы втиснулись в неделю с солнцем, хотя на этой неделе было пару дождливых дней, но и дождь идет фактически каждую ночь. От этого ничего в нашей жизни не изменилось. Мы как загорали, как наслаждались морем, океаном и жарой, так и продолжаем наслаждаться. Но вот нам действительно реально очень повезло. Пляж небольшой, не маленький. Мне кажется, что на Кубе он был длиннее, но это не проблематично. Всегда достаточно лежаков, потому что на данный момент просто не сезон. Сейчас сезон ураганов и дождей, как я уже сказала. Мы как раз втиснулись в неделю
между первым и вторым ураганом. Нам просто повезло, потому что предугадать довольно-таки сложно. Все вот эти лежащие места всегда, всегда зарезервированы. Для того, чтобы взять вот это место, то есть бесплатно ты им пользоваться не можешь. Вот тебе и all inclusive. Для того, чтобы взять это место, нужно заплатить минимум $25. И как видите, никто не платит огромное количество их. Сейчас скажу сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь и все пустые. Все а-ля зарезервированные. Вот вам и all inclusive.